звуковую терапию. Это одно из самых модных направлений для борьбы со стрессом. А так как мы, москвичи, живем в постоянном стрессе, то я решила разобраться. А может быть, звуковая терапия нам всем поможет? И специально для этого приехала в Центр звуковой терапии. Здесь я выясню, чем она отличается от обычного прослушивания музыки и звуков природы, как влияет на работу внутренних органов и кому звуковая терапия может навредить. Кухарев Алексей Леонидович, врач-терапевт, кандидат медицинских наук. Алексей Леонидович, здравствуйте. Да, добрый день. Мы сегодня с вами встретились в Центре звуковой терапии, да, где нас встречает мастер Максим, который нам сегодня расскажет про звуковую терапию с его точки зрения, а вас я попрошу прокомментировать это с вашей точки зрения, ну, с точки зрения, может быть, доказательной медицины. Первый вопрос у меня к Максиму. Вот вообще, что такое звуковая терапия? Здесь мы используем живые музыкальные инструменты. Это этнические музыкальные инструменты. Они давно с человечеством, и мы в какой-то степени привыкли к этим музыкальным инструментам, и они вызывают определенный, как правило, положительный эмоциональный отклик у нас. Алексей Леонидович, мы живем в большом городе, стресса испытываем достаточно много. Как, на ваш взгляд, вот эта звуковая терапия, терапия звуками, помогает именно бороться со стрессом? Все-таки стресс для нас штука вредная. Ну, есть понятие гармонии. Гармоничные звуки и дисгармоничные звуки. Соответственно, мы окружены техногенной средой. В основном здесь звуки дисгармоничные, рваные, и накладываются друг на друга. Волны гуляют как попало. Человеку тяжело. Потому что, ну, собственно, в природе, вот мы же с вами, помните, обсуждали зеленые ванны? Помню. Я теперь, да, как в лес иду, все время думаю про зеленую ванну, ага, стряхиваю себя всяких клещей. Вот. Ну, соответственно, в лесу звуки в основном все-таки какие-то ритмичные, гармоничные, друг на друга правильно накладываешься, там течет река, там шумят деревья, человеку хорошо. Вот, соответственно, ну, когда ты все время живешь вот такой в рваной среде, как вот когда ты общаешься с большим количеством, там, предположим, очень разных людей, там, с разной энергетикой, ну, ты приходишь в некоторое такое внутреннее, я бы так сказал, сумбурное состояние. Его надо как-то вот все-таки хотя бы иногда вот проводить там такую генеральную уборку. И вот я считаю, что правильно подобранные звуки, их комбинация, особенно, опять же, люди же разные. Есть люди визуалы, есть люди аудиалы. Как эти звуки воздействуют на наш организм? Воздействуют двумя, да, основными способами. Это чисто слуховой канал, когда мы слышим гармоническое звучание, мы естественным образом собираем туда внимание и, ну, как бы отпускаем заботы и какие-то тревоги. И вибрационное воздействие, мощные музыкальные инструменты, такие как гонги и бубен, при их игре на физическом уровне, на уровне тела, ощущаются вибрации, и эти вибрации тоже дают определенный эмоциональный отклик. Действительно, есть ощущение, что звуки прям воздействуют. Конечно. Да, конечно. И это мы не находимся на практике, это мы вот сейчас с вами сидим в рамках разговора. А вот мне интересно, от каких, ну, болезни это может нас защитить? Я думаю, максимальный эффект здесь для людей вот с каких-то тревожных, грустных состояниях, там эмоциональный какой-то вот такой кисляк, рваность там или наоборот. Наверняка это можно и с людьми перевозбужденными как-то вот их гармонизировать, чтобы у них там немного этот внутренний тыгодым там приходил во что-то более-менее приемлемое хотя бы для жизни и окружающих. Хорошо, то есть вот на таком, то есть это такие психологические больше проблемы. Психологические. А вот физиологические. Физиологические, вот, но может, опять... кровообращение у нас как-то улучшается, ну, когда мы такие, Маша, звуки слышим? Мы же очень вот так вот плотно сделаем. Наше физическое тело, психическое тело и духовное, они очень переплетены. Поэтому максимальный терапевтический эффект он добивается, естественно, когда ты вот идешь сразу несколькими путями. То есть когда ты лечишь какую-то вещь. Но ведь совершенно четко доказано, что тяжелые заболевания, они всегда легче текут у людей, которые внутренне собрались. Человек, который настроен на выздоровление, он выздоравливает лучше. Есть ли какие-то люди, которым вы можете сказать, нет, вот тебе сегодня на практику, мой дорогой, не нужно? С нашей стороны это острые психические заболевания в острой фазе, в обострении. Это первый момент. Второй момент – это перенесение операции на органах слуха.
И третий момент – это беременность в первом триместре. Это такие основные. Естественно, ожидаемый эффект, а есть эффект парадоксальный, так же, как и у лекарств. Вот, и на одного человека, там, вот, например, успокоительный, там, на людей в определенном возрасте действует успокаивающий, а вот, например, у взрослых людей очень часто парадоксальный эффект. То есть вместо того, чтобы успокоиться, он впадает там, в ажиотацию и вообще там ай-яй-яй, как может случиться. Поэтому тут, конечно, совершенно я вот с мастером абсолютно согласен. Вот, психические заболевания, особенно люди, склонные там, к психотическим реакциям, галлюцинациям, это очень мощный стимул. И он может спровоцировать там такую... пик какой-нибудь психотический, что тут придется 36-ю бригаду вызывать и вязать. Опять же, тут же есть разные методики. Может человека успокоить, может человека возбудить. Спасибо вам большое за интересную беседу. А всем москвичам я желаю хорошего здоровья, любите себя и свой город. Пока-пока. Зынь.